Всем привет! Начал я готовить эту пропитку для ящика КП-120. Вот уже взял вот такую кофейную баночку маленькую, то есть, чтобы сразу в ней было готово и не маяться, никакой посуды не применять больше, не переливать ничего. Растопил масло сливочное. Сливочного масла взял грамм, наверное, 30-40, где-то так. Вот этот воск тоже туда же положил, но я положил немножко, этот кусочек я буду еще как бы на кусочки, на маленькие изрезать, так вот буду туда же отпускать все вот это дело, и оно разойдется полностью. Все, у меня печное отопление, печка протопилась почти, я ставлю это на плиту, плита горячая еще, вот, и она как бы все это топится само собой. Как бы томится получается. Так, разрезаю на такие кусочки, и она все это растает, растопится. Вот, а вот прополис. У меня есть рамки дома. Я построгал немножечко прополиса с рамок. Рамки медово-перговые. Они все равно у меня пойдут на переработку. Перги. Вот этот прополис я добавлю сюда, когда разогреется воск. Восковые частицы вот и все полностью разогреются. И потом все это дело я поставлю на плиту, и оно будет готовиться само собой, как бы томиться примерно с полчаса. Вот такого ожидания будет. Вот, а потом перемешаю все полностью тщательно и поставлю в комнатной температуры. Принесу ящик, нагрею ящик. Ящик должен быть обязательно теплым. Принесу ящик и пропитаю его вот этой пропиткой. Пропитку тоже я как делаю, и тоже сниму это видео, покажу. Ну, на этом, я думаю, пока все. Масло сливочное. Вот такое я взял. Вот оно, 72%. 72,5%. Ну, пока на этом все, думаю. Конечный результат покажу. Так, ну вот, все, я это приготовил дело. Все это вскипело у меня. Как смотрим. Никаких ничего там нету остатков. Ни воска, ни прополиса, ничего. Сейчас еще перемешаем. Перемешиваю палочкой такой вот. Осталось прополису немножко. Ну ничего, сейчас я это размешаю быстренько. Все это перемешается, растопится еще. Сейчас поставлю, потопится немножко. На паузу. Так, разобрался я, что это такое осталось. Это остался прополис. Он расходится, его мешаю, мешаю, он расходится. И остается мерва от воска. Вот что это еще. Прополиса вообще немного осталось уже. Как бы я довел до кипения, осталась эта мерва. Но это еще лучше будет. Все это придаст запах пчелопродуктов, который приманивает куницу. И сливочное масло еще. Тоже куница, похоже, любит. Я это уже испробовал. В следующем видео я расскажу о другой приманке, но тоже с пчелопродуктом. Всем пока. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Вот такая масса получилась. Остывший. То есть нанес на ящик. Пахнет хорошо, вообще вкусно. Можно растопить и сделать пропитку ящика. Ну, на этом все.